Всем приветусик, с вами я, человечек. Сегодня поиграем бы за Австрию. Вот смотрите, за Австрию поиграем. Вот. Ой, вот Австрия. И короче, сейчас я решу политика. Надо потише сделать, громко сделать. Потише. Так вот. Так. Давайте нападем сейчас на вот эту Харвартию, вроде бы. Харвартия. Yeah. Да. Сейчас знаем. Деньги копятся. Сейчас мы попытаемся атаковать ее. Вначале ультиматум кинем. Проверим. Нам нужны вот такие хотя бы территории. Не могу. Че не могу, ладно. Требует твинсы сохранить. А че не могу? Ладно, пофиг. Пытаемся так торгнуться. Убить войну, убить. Харвартия так, так. И вот так. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ой-ой-ой-ой-ой, это уже опасненько. Сейчас мы тогда сейчас скоро будем по-умному делать. Типа сделаем, если она прям дойдет прям для близко для нас, то мы это... Италия попросим помочь нам. Так. Угу. Вот сейчас тогда на сидея. Сюда кидаем. Ой, ладно, пофиг. И тут покупаем солдатиков. Короче, сейчас попросим эту, как там, Босницу, попросим его предложение объявить войну. Так, Харвартия, я тебе немножко целых один дам денег. Давай. Ой-ой-ой. Происходит капец. Ну, пока что ой-ой-ой, это плохо. Так. О, она согласилась. Прикольно. Зря я атаковал ее, надо было солдатиков покупать. Лучше надо было реально. Блин. Ох. О, наш. Союзники. Так. Туда идешь. Ну да, и сюда. Все. Ты идешь сюда. Так, ты сюда просто 169, ладно, сюда 18. Ну-ка. Насик, блин. Ёп. Так. Твою мать. Надо в городе, главное, покупать солдатиков хотя бы сколько-нибудь. Здесь это не провал будет. Да, они пытались захватить главный город. Так. Так, сюда. Блин, так сюда. И сюда. И сюда. Так, сюда. И сюда. Так вот. А, надо было сюда. Повезло. Так. Так, блин, так, пока что мы вроде выигрываем, так, блин, все, можно уже не бояться, наш главный город, надеюсь, будет. Так, сразу лучше, ну все, давайте, главный город мы не захватили, они захватили, если честно, я ничего даже не захватил. Нет. Давайте. Все мои войска идите на нее. Опа-на. Ты подло?
твою мать. Коза ты бесстыжая. Попросим право на проходу войск. Ты не даешь. Так, где-то. Право на проходу войск. Эти стоят. Отголосила подлёга. Давайте еще раз. Ну, попросить право на проходу войск. Я забыл. О. Спасибо. Сейчас мы с тобой поиграем, детка. Опа-на. Оп. 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 Так, сюда. И сюда. У нас что-то такие границы будут некрасивые. Ладно, давай сейчас. Ну-ка, Харвард, семейный переговор. Ну, давайте заберем. Потом попытаемся попробовать перемирие сделать. Ну, поменяться. Так, ассимилировать надо, конечно же. Так, вот тут надо ассимилировать. Ну, тут все вроде не надо. Так, мне бы сейчас бы солдатиков купить. Так, пока деньги копим. Давайте выстрелим. Ой, блин. Босния. Так, давайте улучшить отношения. Я хочу с ним попытаться союзник сделать. Так. Ассимилировать опять надо. Сейчас они ассимилируются. Давай. Я предлагаю сейчас на Чехию попытаться напасть. Ну, когда у меня салатика будет. Но у меня проблемы. О. Давай, ультиматум. Или 1300. Салатов на тебя нападут. Ты что, согласишься, я хренею? Конечно, не согласится. Так. О, все, сейчас она должна согласиться. Отправить ультиматум. О, 7000. Так. И... не согласилась. Мы попытаемся. Венгрия, не, Венгрия сильная. Ну, попытаемся. Прилевать провинцию. Отправить. Наша цель — создать Австро-Венгрию. Вот такая у нас цель. Пока что мы вот такая. Давайте тогда попытаемся опять Чехию. Ну, Чехию пытаемся. Так, отправить. Так. Так, 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 так. И так. Вот так вот. Мне вот такие территории нужны. Ты коза вонючая. Так. Ой-ой-ой. Туда. Сюда. Надо тут салат купить. И салат денег нету. Она мне согласилась, тогда я. Ну-ка, дай-ка, вот, право на, ну, больше. Я хотел тебе дать. Ты бы вот тут прошла кого-нибудь, захватила. Пока что-то не хочется вот атаковать никого. Ну, хочется атаковать кого-то, ладно. Чики. Здесь вино. Обидеть. Так, сюда выходим и сюда. Пробились. Сюда 3К. И сюда 3К. Сюда 556. На 437. Так, ой. Пички. Подписывайтесь на канал. Так. Пробились. Мы пока что везде пробились, но они тоже пробились. Это меня настораживает немножко. Сюда можно 140. И сюда 70. Давайте сюда немножко, 300, например. Так, сюда 700, сюда 500, и сюда все. Блин. Да я моя. Опа-на!
Ой. Эй. Твою мать. Он сейчас главный город сейчас захватывать будет. Плебас. Надо. Надо прям. Надо. Надо. Прям надо. Надо. Так. Золото. Один золото даем. И так. Сюда. Ну-ка. Не пробилась. Согласилась Польша. Поляки. Поляки. Так, мы тут пробились. Они тоже пробились. У меня солдат не осталось, ни хрена. Польша, помогай. О, Великобритания право на проход в войск. Принять. Так, исследование. Надеюсь, нам поможет это все. Блин. Ой-ой-ой. Там у нее тоже не дело хорошее. Опа-на. Так. Там были у вас все салаты. Так. Вот так вот. Опа, меня любят. У-ху, ура. Так, давай попытаемся тебя опять улучшить. Я чувствую, давайте вам попытаться союзик сделать. У нас проблема. Алло, Путин. У нас проблема. Твоем. А, ну пробились. Ё-моё, не пробились. У нее войск сильных не осталось, это самое главное, я так понимаю. Но у меня тоже не остались. Че еще я? Тебя там в деле ад на кусочки. Пробились? Не пробились. Мой. Мой. Еще раз мой. Опять не пробились. Нафиг. На. Да. Нет, ну это некрасивые территории. Опин. Давай. Опа-на. Я вообще почти территорию не захватил. Вот Чехия. Это вообще, что это за каракадец, а не территория. Теперь посмотрим, как она захватит. Все, все. А, все, она все аннексировала. Можно скачать, сказать. Скачать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это нам на пользу, я так понимаю. Пытаюсь ей денежки дать. А за территорию. Вот, ты мне даешь провинцию. Вот такую. Вот так. А я тебе золото. Сенька. Не согласилась. Обидненько, обидненько. Испания, давай. Мочи эту Италию. Сейчас попросим Швейцарию. Давайте Грецию попытаем. Чтоб у меня тоже территория, типа, получить. Ты объявляешь войну Италии. Смотрите, на 100% согласится, конечно. Мне кажется, ты мне сходишься тоже в территории Италии. Так, ты объявляешь войну. Италии тоже отправить. Так, смотрим. Как высадится. Не высадит, не высаживаются. Италия. Ой, Франция. Помоги, пожалуйста. Атакуй. О, смелировать надо. А ты что, не согласилась, что ли? Так. Ты обливаешь войну, обливаешь Италия, отправить предложение. Мне надо ассимилировать. Ладно. Ну как, Италия согласилась? Италия согласилась. Мне надо объявить войну. Да. Давай. Я тебя не люблю, Испания.
хотя бы территорию захватил. Вы видели? Да твою налево, дай мне территорию. А тут я уже ничего не смогу сделать. Италия, я хочу с тобой перемирие. Не, мне эта территория не нужна. Тебе попрошен Румынию. Не то, что я не хочу с ней воевать, мне жопа будет. На. Беги. В Рим побежал. Так. Опа-на. Ну-ка, согласится она. Твою мать! Вот, Румыния согласилась. Словакия, будь человеком. Пойми меня, я ей не объявлял войну. Это она, Чукча, напала на меня. Чё? Сюда. Все профессии нужны, всем профессии важны. Так, пробились. Сейчас на меня еще Италия высадится 100%. Ну хотя бы территории захватить ее. Пробились. Обидно. А, Венгрию уже типа ее территорию, можно сказать, захватили. Хотел сказать. Да блин, она прям лезет на мои территории. Давай, ползи-ка. Бэбрик, малолетний. Пробились. Обидно. Так, ну тут надо прям салатик купить. Так, там 2000 вроде бы. Я бы могу попросить Италию. Но я не верю, что она поможет нам. Так, давай. Блин, найс. Блин, а, найс. Не, сюда, да. Так, ты сюда. Надо прям сюда, прям торкнуться. Твою мать. О, иди. Не получается. Угу. Так. Твою мать. Италия, я же говорю, Италия пойдет на меня. Пытаемся. И попытайся вот сюда. А я попытаюсь закрыть ее. Эй, блин. Сейчас я только улыбаться начал. Так. Ну все, сюда можно. 40. Ты сюда. Все. Умно доказано. Так, пробились. Так, тут надо территорию захватить. Так, мне кое-что надо смотрировать. Мне надо еще вот эту территорию. Так. Итак. Не пробились. Хотя бы мне эту территорию надо. Найс, пробились. И надо этот маленький остров захватить. Твою мать, я забыл. Косарик на нее полез. Все. Давай. Ай, блин. Пробились. Вот такая имба просто. Тать. А ты куда ползешь? Ладно. Теперь так попробуй пролезть где-нибудь.
падла. Опа-на, опа-на. Не получилось, не получилось. Так. Опа-на. У них кое-кто перемирие заключил. Так. Я попытаюсь проявиться тут. Это туда идти, главный город. Помню, там вроде никого не было почти. Ну-ка. Пробились. Тут тоже пробились. Тоже. Ну все, мне осталось почти ничего не осталось. Всего лишь там захватить маленькие территории. Твою мать! Это очень больно. Ой-о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 й
Блин, Италия, ты слишком тяжелая. Италия, го перемирия. Ты мне даешь территории все. А, нет. Ой, не успели с плена выйти. Я что, солдаты были? А, давай я заберу тебе некоторые территории. Отправить требования. Так. Фух, давай, перейдем сюда. Так, это очень больно и очень плачевно. Давай. Я боюсь, что на меня кто-нибудь нападет. Так, так, так. Вот Швейцария могла бы. Германия могла бы. Она меня захватила. Польша все нормально. Ой-ой-ой, там. А, блин, забыл, что у нас там война. Так. Блин. Блин. А, нет, стоять. Ты сейчас проиграешь? Нет. Фух, я пока что меня надо там продвигаться. Мне надо вот тут продвигаться. Погодите-ка, чё я туплю? Я могу сейчас кое-кого попросить, чтобы она воевала. Смотрите. Швейцария. Объявляй войну Италия. Так. Так. Пробились. Блин. Блин. Так. Так, выйдите сюда. Просто атаковать. Так, сюда все солдаты. Сюда тоже все солдаты. Швейцария согласилась? Швейцария согласилась. Блин. На Италия победитель. Как такое может быть? Опаня. Это мне так нравится. Так. Мне тут войско купить. Так. Пробились. Найс. Уже радостная новость есть. Усаживайся. Проиграли. Усаживайся. Твою мать. Сказал, высаживайся. Да иди ты. Ой-ой-ой. Надо тут салат покупать. Она сейчас высаживаться хотела. Он сказал же высаживаться. Она там продвилась. Там так можно. Там так можно. Ого. Как такая может быть? Чтоб тебя забить. Так. Опана. Высадка. Проиграна. Твою мать. 2К солдатиков. Я сказал 2К солдатиков. Опана. Да ты задолбал, не даешь нам салатам продвинуться.
Как бы они тоже территории хотят. Ура! Ты все захватишь? Швейцария. Нет. Пожалуй. Она не аннексировала ее. Она еще не аннексировала. Меня это уже пугает. Блин, давай. Аннексируй, но не все. О! О! Давай. Я тебе помогу отправить поддержку. Опа. Ты что, третий рейх решил? Опа, ну. Пока что вроде у него все идет гладко. Надо его территорию. Мне надо его территорию, она тогда пускай воюется. Швейцария. Твою мать. Тогда, о, есть тогда шанс просто понакопить армию. Что он делает? Куда ты стоять? Обратно иди. Вот такой я, мужчина молодой. Так, пускай тут будут салатики. Призывнуть. Переместить. Так, надо салатиков купить. Так, это мне нравится. Теперь давайте дипломатия. Ну-ка, что у нас с Россией? С Россией все не так уж хорошо. Путин. О, Турция, кстати, может. Да, Турция могла на меня напасть. И Украина. Сербия. Ну, блин. Я знаю, кто мне может помочь потом. Так, я, конечно, немножко в минус пошел. Ладно, бывает все. Так, смотрите, деньги. Ой, бабки. Армия есть, но я думаю, что мы не сможем с такой маленькой армией продвинуться. Я прям уверен. Нет. Да нет, не надо эту территорию. Не-а. Опять соглашаюсь. О, ой, да блин. Дай мне эту территорию. Так. Опа-на. Да я допомнил. Ладно, принять. Потом тебя атакуют. Так. Ну-ка. Как Швейцария ее аннексирует. Куда ты полезла? Тут ты дура, стоять! Туда... Не, я не хочу. Если я сделаю с ней союзик, попытаемся союзик, пожалуйста. С банка нападения сделаем. Смотреть банк, самая защита. Вот это она уже отгласила. Чё ты отгласила самую защиту? Давай. Давай. Ой, альянсик. Во, успех. Такой я пошёл. Такой у тебя биовойну. Ой. Ты тоже мне не нравится, что у нас немножко поменьше. Как ты войска ведёшь? Чехия. До Сербии попытаться. Опа-на. Мне потом придется Швейцарию по захвату. Твою мать. Отправить ультиматум. Потребовать провинции. Да мне надо все. Хотя вот такие пока что. Не согласилась. Смотрите, что произошло. Словения совсем оборзела. Чехию позахватила. Ладно, давай. Все, можно вторгаться.
Я не войны. Пока что нам нравится. Кстати, мне вроде такие территории как раз и нужны. Нет, не на вот эту и вот эту. И все. Твою мать! Нет, ну только не это! Нет, нет. Ты попробуй засмеять. Я тебя прибью. У меня все, вот такие территории. Ну, нет. Я тебя ненавижу. Ее захватывают, вы что, угораете? Все профессии нужны. Так, ну я вроде все, да. Нам сейчас только захватывать. Не, ну стоять. Ты падла! Нет! Наш. Моя. Я ненавижу ее. Я ненавижу. Он сюда не туда зашел. Вот сюда надо. Мирный переговор. Ну слышь, паразитичная какашка. Ладно, давай тогда дальше продвигаться. Потом некоторые территории позахватываем. Так, надо все туда. Топанули. Туда 45. Там у меня не должны быть войска. Тут не должно быть войска. Я же говорю. Только посмей, подленок. Все! Швейцария пала! Так, на хопсалтов. Так. И вот так. Ну все, мне надо вот такие территории, все, максимум. Вот. Отправить требования. Все. Так, я вроде тут больше ничего не надо, да. Ну, сейчас вот это просто захватить. И вот это. Попросим. Ну-ка. А тебе хочешь союзик? Пожалуйста. Да. Ну, конечно, теперь я не смогу с морфировать. Ну, теперь я в союзе кое-кем. Теперь у нас дохрена союза. Так. Отправить ультиматум. Потребовать провинции. Будем захватывать просто тогда весь мир. Не согласилась, Чукча? Ну-ка, ты должна согласиться. Чукча. Так. Отправить войск. Не согласилась. Придется... Ой, блин. Так. Блин. Так. Сюда. Денежки. Ладно, пофиг. О, там по станции у кого-то. Все, 6к. Деньги на пазик. Тихо. Твою мать. Так, блин. Андора.
Андорочка. Мальта, 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 Мальна, Мальна. Мальта. Сейчас будем вообще маленьких крокозябликов пытаться отправить. Не согласились? Ты что такая? Давайте тогда войска сюда готовим. Так, ты сюда. Да нет. Да блин. Ты, короче, идешь сюда. Сюда, я сказал. Ну, может так сказать пока что. Ты идешь сюда? Ты охренела? Ладно. Сейчас. Давай. Мы просто на кое-кого нападем. Все войска пришли, да? Мы сюда половину поставить. Так, и тут салат попаем. Сейчас мы просто пытаемся отправить ультиматум опять. Просто потребовать провинцию. Ну, или все мои войска, ну, почти самые сильные. Ой, ну-ка, а ты согласишься или скажешь, иди в банан, или тебя просто не останется. Ну, хотел по-доброму. Хотел. Че, дура, что ли, так захватывать? А? Бата. Что? Это как возможно? Так и знал, что она сейчас продвинется. О! Ой. Так. Я знаю, что сюда кто-то пойдет. Так, тогда иди сюда. Ну все, мы ее захватили. Короче, сюда войска идете. Сюда. Сюда. И ты сюда. Сейчас мы попытаемся аннексировать. Бить войну. Так, тут продвигаемся. Тут. Тут. И еще раз тут. Надеюсь, получится. Так, кто? Продвинулись. Еще раз продвинулись. Ой. Ты куда лезешь? Так, ну иди сюда тогда. Так, сюда. Я тупой! Сюда главный город, надо почти всех войсков. Вдруг там у нее мамонт. Какой-то стоит. Так, ой-ой-ой. Ой, 5К! Я же говорю, у нее главный город мамонт стоит. Пожалуйста. Какого хрена ты не хочешь пройти просто? А, надо порт построить, наверное, да? Больше. Порт. А, блин. Твою мать. Она сейчас просто камбэк. Опа, что-то не получилось у тебя. Так. Так. Больше надо порт построить. Ну давайте попытаемся тут салатиков купить, чтобы она не по хотя бы урон не был. Здесь немного победали. Ломать сюда иди. Ты сюда иди. Ой. Не. Так, подписчики. Так, попытаемся. Опа-на.
Опана. Так, сейчас надо, блин, стараться, чтобы она не прошла. А, так, у меня же тут порт. Ай! Ой! Ау! Ай! Ой! Ай! Ой! И краткая. 300 миллион. Так. Давайте. Продвинулись. Проиграли. Подвинулись. Так, все, высадка прошла успешненько. Так. Да блин, в Сербии слишком тяжеленькая война. Слишком много повидали. Война народная. Так. Юма, смотрите, я просто империя настоящая. И сюда. И вот сюда. Надеюсь, не продвинуться, да вы задолбали. Блин. Так. Опа. Ну, как всегда, она задолбала бегать. Есть тогда есть выход. Пытаемся сюда солдатиков. Сюда косарик. Сюда косарик. Тут пускай будет еще. Так. Кто, блин, как она так бегает? Сербия, не камбэч. Подписчики, мы должны эту конючую какашку позахватывать. Сербия, наш народ, но русский народ, но гигигбидзин. Так. Ну давай, пожалуйста. Давай. Да блин. Как же вы задолбали. Уже. Да как она же ходит постоянно и жива еще. Давай. Кстати, как вам ролик снять игру про Fortnite? Как? Кажется, должно быть залететь. Игра Fortnite вроде прикольная. Я мне там плохо играю, ну. Кто не смотрит, надеюсь, на скилл. Теперь я также камбэкну. Пытаемся просто все салаты туда. Не получится нам пробить ее, но хотя бы салат просто уменьшим. Давай. Свинья, ты поросатая, давай ты уже. Подай. Она везде может найти выход. Война сколько еще дней будет идти? Ну тут тоже точно не продвинешься. Тут ничего не сделаешь. Вот тут ты, конечно, продвинешься. Да как же ты меня бесишь уже? Так. Ну не должна. Твою мать! Знаю, что это сейчас коза будет по всем ходить территориям.
давай. В смысле не пробил? Ладно. Ты попробуй, Сербия, сейчас продвинуться где-нибудь. Я ненавижу тебя, Сербия. В игре. Не хейтите меня в комментариях. Ура! Ура, эта война кончилась. Да. Опа. И Болга им заплатили бабки. Нет. Болга, я пытаюсь тебя, конечно, перемирие заключить. Да. Но если ты так будешь играться, то я тебе сюрпризик подарю. Хорошо? Так, пытаюсь продвинуться. Кстати, погоди, я могу вот эти салатики туда продвинуть. Вдруг повезет. Так, ну вот против Польши. Я могу Германию послать. Чтобы она туда на Польшу пошла. И Украину на Польшу. Польшу, давай, объявляй. Не, ну это... Конго! Твою мать, на меня еще Конго какая-то напала. Нет, ну я точно не пройду. Стой, ну пожалуйста. Мирный переговор, да, с радостью тебя захватить. Я пытаюсь, чтоб ты перестал меня захватывать. Но это Беврик меня не слющает. А чё? Польша не атакует её? Польша! Поляки! А, да! А, нет, она воюет. Она ещё и с Ираном воюет. Польша, я ничего не могу не сделать. Я ничего не могу сделать. Поляки. Так он тоже лучше. Я пытаюсь с кем-нибудь союз просто сделать. Не. Испания. Доказа. Бумает. Куда тебе бьется? Ну что делать-то? Есть один вариант. Просто хреначить со всех сторон. Меня с двух фронтов атаковали просто. Польша, я тебя ненавижу. Поляки! Поляки! Так это же было. О, атаковал. Румыния. Какие дела? Хорошие у тебя дела? Ладно, на тебе. Так, это уже очень плохо. Он сейчас будет играть по-жёстко. Тихо. Предлагаю, чтобы ты атаковал. Даже не знаю кого. И к Плевасу нужны некоторые территории. Вот это, например, Чехия, сама нужна территория. Пробились. А хрен тебе. Но я видел где-то, я помню, тут где-то 7 косолад было. Твою мать, как же ты меня бить? Чё? В смысле? Как такое возможно? Такое возможно. Ладно. Всё, они, как я понимаю, там справятся. Найс!
Можно уже не бояться. Болгарию сейчас просто чпокну. Конго. Нет. Пожалуйста. Пожалуйста. Прям пожалуйста, припожалуйста. Припаляйся. Припожалуйста. Твою мать. Пожалуйста, пожалуйста. Так, тут придет. Так и знал. Так и знал. Что я сейчас сказал? Давай. Они ее поделили. Я не пробился. На Конго победил. Не победил. Вернул. Просто перемирие. Просто перемирие. Да, давай, брат. А ты козел. Мне надо ассимилировать еще территории все. Вот. Болгарии территории. У меня тут причем Болгарии, у меня их нету территории. Сокол у меня хотя бы зла. Правитель Тимату. 23 тысячи солдат. Сохраняйся. Не хочешь? А ты хочешь? Если ты не заходишь, тебе бум-бум шакатака. Пошутили. Я хочу, чтобы Германия, ой, Россия напала на Украину. Я хочу встретить, как там, типа, торговый запрос, ты объявляешь войну Украине, я тебе золото. Смотрим. О, Украина первая вторглась. Смотрите. Так. Опа-на. Россия пока что побеждает. Так. Дима, смотрите. Ой-ой-ой. Смотрите, что делает Россия. Она просто ее разваливает. Погодите-ка. Камбэкает. Так, ну все, он сдается потихонечку. Давай. Это кто? Грузия, ты охренела? Давай. Албания! Кто тебе деньги заплатил? Давай. Найс. Блин. Нос. Можно пока что просто спокойно ее чпокать. На нафиг. Блин. На. Пытаемся просто сейчас торгнуться. Так. Ну-ка, я попытаюсь. А, я понял, что тоже победит. Пробили. Не пробили. Угу. Так. Ломать, ну как всегда. Ну, Баня, спасибо, что ты мне дала территорию. Честно, было изи гадочка. Сразу его просто захватывать. Так, я так понимаю, Украину захватили, да? И да. Аннексировала. Улучшить отношения. Сейчас мы посмотрим. Торговый запрос. Ты объявляешь войну Турции.
тогда предложили. Нет, стоять! Я пошутил! Нет! Нет! Турция! Нет! Турция! Турники! Я забыл, что мы с тобой почти союзники! Твою мать! Твою мать! Турция! Турция! Она и сестру! Это отправить поддержку. Нам? Турция! Турция! Улучшить отношения. Так мы попытаемся альянсик. Какого хрена ты альянсик не хочешь? Че, подохнуть хочешь? Да, империя. Турция! 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 А теперь смотрите, учитесь, как это просто помогать. Так, беремся и просим любую провинцию. Примет эту. И не нужна мне. И не получу. Турция! 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 Ладно, Турция, я не хотел, чтобы ты умирала. На. Почти все свои бабки. Казахстанчик, Казахстанчик, как ваши дела? Отправить. Немножко улучшим им отношения. Испанцы. Давайте, не проиграйте войну! Казахстан просто уверенно идет. Посмотрите, Казахстан просто уверенно проползет. Ой, уже не уверенно. Давай, 9-1-1. Я знаю, что она типа не получится. Объявить войну ей точно не получится. Я восстанию. Ну да, это восстание. Остаться мирные переговоры. Забирайте. Типа, вы же хотите. Нет, да конечно, давай. Так, Болга, да конечно, давай. Конечно. Польша, да конечно, давай. Все. Мы свободны. Так, ну-ка, кто из них там побеждает? Казахстан! Ты что даешь? Казахстанчик, ты что даешь? Казахстанчик соснули. Это кто? Республика Корея? А где Китай? Китай пытается. Китайская народная республиканцы. Я тебе даю золото. На нафиг. Где у меня повстанцы? Андора освобождена. И вот. Все, мирные переговоры. Сразу сейчас просто выйду. Так, смотрите, Турция там. Просто. Да по станции я вас ненавижу. Где по станции? Твою мать. Ладно, все подписчики. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.